Девочки, вам привет от 10-й тренировки! Продолжаем попосокращение и кайфуем от тренировки! Мы сегодня будем делать 4 упражнения. Первое из них – это выпады вперед с широкой постановкой с гантелями. Как делаем первое упражнение? Делаем выпад вперед, но ногу ставим в сторону в широком шаге. То есть в сторону, опустились, таз назад у нас немного отведен, корпус тела наклонен вперед. Оттолкнулись, пяточкой встали. Делаем на каждую ногу по 15 повторений между подходами по 1 минуте отдыха. Центр тяжести на пяточке. Сделали выпад. Почувствовали ягодицу. Оттолкнулись пяткой. Спинка ровная у вас. Не ноги. Отталкиваемся пяткой. Последний. Прожали. Молодцы, отдыхайте 1 минуту. Поехали! Второй подход в первом упражнении. По диагонали ставим ногу в сторону. Центр тяжести на пятке. Отталкиваемся тоже пяткой. Хорошо, меняем ноги. На таз, поехали. Thank you.
делаем вывод и немного туловища наклоняем вперед. Хорошо. Отдыхайте 1 минуту. Последний, третий подход с выпадами. 15 раз на каждую ногу. Опирайтесь на пятку. И отталкивайтесь ей тоже. Не торопитесь, главное сделать правильно технически. Остальное придет со временем. Хорошо, меняйте ножки. И вторая нога. В сторону. Давайте подтянем, чуть-чуть осталось. Молодцы, умницы, отдыхайте 2 минуты.
Второе упражнение – приседания на стул. Я установила стул на коврик, чтобы он не двигался. Вы можете упереть его в стену, как вам удобно. Ставим возле стула не очень далеко. Будем приседать на одной ноге на край стула. Вот таким образом. При этом вторая нога остается в висе. Встаем за счет ягодицы, на которую садимся. Делаем на каждую ногу по 7 раз. Потом садимся двумя ногами. Тоже 7 раз. Всего будет 21 повторение. Между подходами будет 1 минута отдыха. Поехали. Первый подход во втором упражнении. Приседаем на одну ногу. На край стула садимся, встаем через ягодицу, через пяточку, можно так сказать, ноги, на которую садимся. Меняем ноги. Вторая ножка у вас остается в висе. Хорошо, теперь садимся двумя ногами. При этом напрягайте максимально ягодицы и вставайте за счет ягодиц тоже. Хорошо, отдыхайте минутку. Второй подход. Приседаем на стул на одной ноге. Старайтесь приседать именно на край стула. Можете делать тоже возле зеркала, чтобы не промахнуть, не дай бог. Хорошо, меняем ноги. Двумя ножками приседаем. Встаем через ягодицу. Выпрямляемся до конца. При этом ягодицы должны быть у вас постоянно в напряжении. Отлично, минута вашего отдыха.
Последний, третий подход. Ягодицы, на которую садитесь в постоянном напряжении. Меняйте ноги. Прожимайте. Хорошо. Отдыхайте 2 минуты. Третье упражнение – это зашагивание на стул. Стул у меня также стоит на коврике, чтобы он не двигался. Делаем зашагивание. При этом, когда зашагиваем, ногу до конца не выпрямляем. То есть она у вас остается согнутой в колени. Встаем на полностью на всю стопу, при этом упираемся пяткой. То есть встаем через пятку и опираемся на пятку. Делаем на каждую ногу по 10 раз, то есть всего у вас будет 20 раз. Между подходами 1 минута отдыха. Начинаем первый подход 3-го упражнения. По 10 раз на каждую ногу. Делаем зашагивание на полную стопу. Мы продавливаем пяточкой. Ноги до конца не выпрямляем. Они у вас согнуты в коленях остаются. При этом туловище у вас наклонено вперед немного. Отлично, меняем ноги. Ягодицы напряжены. Встаем через пяточку. Последние 2 раза.
Хорошо, отдыхайте немного. Продолжаем второй подход с третьим упражнением. Ноги до конца не выпрямляем. Встаем на пяточку. Отталкиваемся пяточкой. 10 раз на каждую ножку. Туловище вперед. Меняем ноги. Продавливайте, не забывайте. Отлично, молодцы, отдыхайте минуту. Ну что, последний подход к третьему упражнению. Концентрировались на булочках и продавливаем их. Корпус вперед, наклоняем назад. Отлично, меняем ноги. Замечательно, чудесно. Отдыхайте сейчас 2 минуты, и у нас последнее жгучее упражнение.
Последнее, четвертое упражнение – это ягодичный мостик. Я просто обожаю это упражнение, потому что после него 100% мышц ягодиц сгорят. Мы будем делать один подход, но будет у нас 100 раз. Если кому-то очень сложно и прям вот чувствуете, что нет сил совсем, то можно сделать 2 подхода по 50 раз, между подходами 1 минуту отдохнуть. Начинаем. Ну что, погнали, 4-е упражнение, ягодичный мостик 100 раз. Ложимся на коврик. И поднимаем таз вверх. Вообще, при любых начинаниях в спорте и при формировании формы, извините за тавтологию, ягодиц, это упражнение просто отлично подходит, чтобы раскачаться и начать заниматься спортом. Качаться не в смысле как качок. Чтобы начать плодотворно. Давайте выложимся просто на полную до конца. Последнее упражнение. Но оно прямо жгучее точно. Наверху максимально прожимаете ягодицами. Напрягайте их. Потрудитесь, не пожалейте себя. Если чувствуете, что можете больше делать, чем 50 раз, то ну, сделайте. Если, конечно, совсем чувствуете, что тяжело, сложно и вообще никак, то 50 раз, 1 минутку отдохнули и поехали оставшиеся. Говорите с собой, подбадривайте себя, вот, потому что молодцы, это 4-е упражнение, да. Додавили! Молодцы, видите, уже не так страшно и сложно было. Отдыхайте. Девочки мои, вы умнички, вы мои спортсменки. Мы прошли с вами вместе 1-3 челленджа. И я уверена, что все, кто не пропустил тренировок, кто дошел до 10-го дня, уже будут со мной до конца. Я хочу, чтобы вы полюбили себя, спорт, правильное питание, чтобы вы не думали, что это плохо, что это тяжело, больно, что вам это не нравится. Вы должны именно это полюбить. Причем я, например, насчет питания не заставляю никогда, сама никогда не сижу на диетах. Не нужно себя прямо загонять в какие-то рамки. Нет, вы просто должны понять, что оно должно быть сбалансированное. Чтобы вечером у вас не было булочек, печеньек и так далее. Вы можете это съесть, но съесть это в первой половине дня. Вечером съешьте кусочек там, индейки с салатом, я, например, очень люблю, свеклу с творогом. Очень здорово. Не забывайте про овощи, не пренебрегайте ими. Фрукты тоже в течение дня вместо перекусов, там, конфетками, шоколадками, да, на работе кто-то предлагает. Откажитесь от этого, возьмите яблоко с собой, ничего страшного в этом нету, вы поймете, что это вам только плюс, вам это должно просто понравиться. Попробуйте жить, ну, такой другой, здоровой жизнью, посмотреть на себя по-другому.
Потому что сейчас этот челлендж, он делает лишь только шаг к тому, чтобы вы пришли к новой себя, полюбили себя и начали новую жизнь. Я в вас верю, вас жду завтра на 11-й тренировке. Целую вас, пока!